Наиболее оптимальная школьная сумка – это рюкзак. Но многие дети с возрастом, со взрослением не пользуются ей, а переходят на сумки с одной лямкой. Для ношения этой сумки есть тоже несколько правил. Во-первых, если ваш ребенок ходит с такой, старайтесь, чтобы он носил ее на разных плечах. Если он будет носить на одном плече, мышцы будут напрягаться, и в конечном итоге вы получите повышенное плечо и развитие сколиотической болезни. То есть ношение может быть день на одном плече, день на другой. А наиболее правильный способ ношения такой сумки – это на противоположном плече. Тем самым вы минимизируете нагрузку на плечо и, соответственно, минимизируете вредное влияние тяжелой сумки. Но также не забывайте менять плечи и менять бока ношения сумки каждый день.